Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы запустить на супер слабом ПК фактически PlayerUnknown's Battlegrounds, новый апдейт, очень крутой, сейчас расскажу, объясню почему. Итак, погнали. Минималки Windows 7 64 бита и выше, Proce i3-4340 или FX6300 от AMD, 6 оперативки, игровые видеокарты уровня 660 или 7170 на 2 гигабайта видеопамяти. На каком ПК запускаю я? Proce AMD FX6300 6-ядерный, но 4, 2 ядра отключил, чтобы получить 4-ядерный Proce, 3.0 частота, 4 оперативки, файл подкачки 10 гиг обязательно и видеокарта GeForce GT630, слабенькая, офисная, почти не игровая видеокарта. Значит, он, смотрите, запускаю на 630-очке, для игры рекомендую на 660-ка, 7180. Данная табличка будет по ссылке в описании, стройка слабого ПК для игр, чтобы вы ориентировались. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. Давайте все труба, я захожу в игру. Так, ну что, я уже в игре. Давайте посмотрим настройки. Конечно же, в 1280 на 720, потому что крайне слабая видюха для игры. Все супер низко. Единственное, еще может быть масштабирование потрогать. Но давайте пока посмотрим на всем супер низком. Итак, давайте погнали, секундочку. Так, ну что, давайте немножко посмотрим. Но пока я хотел отметить, сразу скажу цель данного видео. Вчера поиграл, оказывается, на новой обнове в Battlegrounds очень началось хорошо прогружаться видеокарта. До этого мой средний ПК на 7870 видеоха, ну максимум на 50-60%, почему-то был 30-ка. Вчера я такую играю на среднем ПК. Да, показать, что ошибка какая-то сетевая обнаружена, ну да ладно. Я играю вчера на 7870 на среднем ПК на стриме, и опа, 50-60 FPS. Оказывается, это первый раз я после обновы играл. И то есть видюха сейчас очень хорошо начала прогружаться, загружена в Battlegrounds, и, соответственно, FPS поднялся. Но здесь пока у меня адские тормоза, 5-6 кадров, все в основном потому, что файл подкачки. Здесь станет все получше, но игра очень-очень осталась требовательна к оперативной памяти. Меньше 8 сюда даже не стоит соваться, я сказал. Ну или даже 6, как там указано, и плюс там 4 хотя бы файл подкачки поставить. То есть, ну желательно 8 оперативки, тогда еще можно соваться. Но пока лучше не соваться даже. Ну вот сейчас пока что-то... Вот, что интересно, без записи видео, к сожалению, программа поджирает... Вот, прогрузилась нормально. Вот, видюха на 100% загружена. Вот, и 15 FPS. 15 FPS. Вот, все, нормально. Но это, видимо, опять же... Хотя сейчас 70-80... Нет, все, вот, видюха начинает вот более-менее становиться прогруженной. Вот когда... Вот сейчас... Ну, сейчас падает... Но 15 FPS даже на 630 карте можно здесь получить, но 8 оперативки нужно. Давайте сейчас, здесь же 4 и файл подкачки, из-за него большие фризы. Давайте сейчас 8 оперативки поставлю, и мы посмотрим, как вот изменится ситуация. Секунду. Так, ну что, значит, я поставил 8 оперативки, значит, давайте смотреть. Вот 8 оперативки, 4-ядерный процесс остался. Так, видюха та же тоже осталась. Вот она, все, 8 оперативки, и файл подкачки на 1 гигабайт только поставил. Это будет достаточно. Все, секунду, давайте в игру. Так, ну что, давайте смотреть. Все, в общем, все сделал. Поставил 8 оперативки. Видюха прогружена полностью, и это суперски, 13-14 кадров. Но имейте в виду, я еще не трогал масштабирование. То есть здесь масштабирование 100%. Поэтому для этой слабой видюхи, конечно... Можно еще снизить масштабирование. Ну, давайте немножко пройду по дому. Я, кстати, здесь недалеко от крупного такого города попытался вот... Ну, немножко, правда, подальше уже оказался, потому что в основном игра подтормаживает возле крупных городов таких. Давайте, может, оружие какое удастся найти. Немножко похожу. То есть, что хотел вообще этим видео показать? Смотрите, я сделал что? Проц 4-ядерный, это фактически вроде что-то i3 или даже i5, можно сказать, там слабеньких, стареньких моделей. И получается 8 оперативки, видеокарта 630. То есть это фактически типовой такой средненький ноутбук. То есть я хочу сейчас посмотреть после последней обновы, насколько Battleground стал работать стабильнее, лучше с последней обновой. Так, 15 патронов есть, ну хоть что-то. И на самом деле, ну потому что на средней-то видюхе я заметил прирост. Сейчас у меня 50-60 кадров, а вот мне интересно было на супер слабой посмотреть. Причем пока масштабирование 100%. Сейчас я и масштабирование снижу. То есть, конечно же, цель даже на такой слабой системе это получить там, ну, стабильных 20-25 кадров, чтобы тогда уже более или менее можно было бы играть. Ну и пока у игры еще не закат, так сказать, популярности, в нее еще не слабо так играют, поэтому все-таки нужно тестить, чтобы вы понимали точно, потому что многие спрашивают, покупать, не покупать, что делать.
Потому что игра требовательная. До недавнего времени в нее можно было реально нормально поиграть только на игровых видюхах. А сейчас смотрите, на 630-ке, да, пока мало, 13 FPS, и стрелять маловероятно, что в кого-то попадете на таком FPS. Дожить до конца, конечно же, можно, ну, если шныриться, шкериться, вот здесь безопасная зона, кстати, она классно сойдется на краю острова. Нормально так получилось. Но давайте сейчас я все-таки масштабирование снижу и посмотрим. Ну, пока да, 11-15 FPS, немного. Но давайте посмотрим, сколько мне даст масштабирование. Ну, как видите, только я убрал, доставил 8 оперативки, игра стала в миллион раз, ну, без лагов. Да, FPS низкий, но нету вот этих вот тормозов адских, которых там на несколько секунд прям. Поэтому имейте в виду, хотите играть в Battlegrounds, 8 оперативки. Пускай будет слабый ноут, ну, там все это. Но 8 оперативки. Ладно, давайте, значит, знаете, снижу. Ну, давайте до 70, чтобы уже точно увидеть прирост. Секунду. Так, ну что, давайте смотреть. 20 FPS, в общем, дало снижение масштабирования. Да, картинка немножко ухудшилась. Получил на улице тоже 17-19. Ну, давайте побегаю где-нибудь, посмотрим, так, куда мне нужно. Наоборот, в другую сторону. Может, кого-то даже встречу, постреляю. 64 выживших уже осталось. Ну, давайте немножко побегаю. 17-20 FPS, ну смотрите, просто чтобы вы понимали, ниже 4-ядерного проца, вот сейчас этот 4-ядерный загружен фактически на 100%, ну вот скачет тут что-то от 50-60%, иногда до 100, то есть фактически даже 4, здесь больше упирается все-таки видеокарта в эту 630-ку, я даже могу попробовать запустить, хотя уже запускал, на 550 Ti чуть получше видеокарте, и здесь 30 FPS стабильно можно получить, 1280 на 720, то есть оптимизон потихоньку улучшается в игре. Ну, такие вот дела, по большому счету, вы все видите сейчас. Так, где я уже здесь? Может, какой? Может, он на тачке сейчас будет проезжать? Попробую выдать себя. Так, оперативки 6,7 игра использует, с файлом подкачки 7,3 получается, все вместе, то есть уже под 8, поэтому и говорю, я фактически мог и не ставить здесь сейчас оперативку, подкачку, просто на 8 играть можно было, но я на всякий случай. Иногда даже некоторые новые игры все-таки требуют хотя бы гигабайт оперативки, нужно ставить, как вот в новом Sniper Ghost Warrior 3 у меня вылетало, а поставил хотя бы гигабайт оперативки, стало нормально играть. Но это не во всех играх. Только если есть какие-то проблемы, то пробуйте тогда ставить файл подкачки, даже если оперативки хватает. Так, ну, видеопамять, да, вся использована, гигабайт полностью, но по большому счету на старте, да, нужно было минимум 2, не то лаги были. Но сейчас больше все-таки приоритета 8 оперативки нужно для игры и видеокарта хотя бы уровня 550 Ti, вот, на которой я второй тоже тестирую слабенькой. Даже на 630-ке вот можно играть, ну, 20-22 FPS вы можете получить. В крупных городах, возможно, меньше. Такие вот дела. Все, в общем-то, буду заканчивать. Ну, сейчас давайте секунду туда пробегу, может, там кто-то есть. Так, ну что, давайте все-таки. Ну, все-таки прот 4-ядерный у меня здесь на 50-60% только загружен. Все упирается в видеокарту. Посмотрим, может, здесь кто-то будет. Пробую выдать себя. Вроде бы нету никого. Такие вот дела, вы уже сами смотрите. Но пока для игры что сейчас нужно? Вот для тех, кто спрашивает, что мне нужно для Battlegrounds? 4-ядерный проц хотя бы или i3 проц хотя бы от Intel, 4-потоковый. 8 оперативки и видеокарта хотя бы уровня 550 Ti, чтобы комфортных 30 FPS получить и можно было стрелять. На 630-ке пока только 20 FPS, как видите. Но обязательно 8 оперативки, не то из-за подкачки здесь будут фризы. Все, в общем, не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК. С вами был Алекс из сайта rmpc.by. Давайте сразу же на нее подбегу сам. Спасибо за просмотр.